В Рыбинске поймали педофила. При себе у мужчины была аккредитационная карточка одного из местных изданий. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего рыбинца. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двухлетней падчерицы. Заявление в полицию принесла мать девочки. При обыске у подозреваемого нашли бейдж журналиста местного издания. Подозреваемый находился по месту жительства со своей двухлетней падчерицей. Пользуясь тем, что он находился с девочкой наедине, мужчина совершил в отношении малолетней насильственное действие сексуального характера. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.